Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем проходить, хотел сказать, The Last of Us, но это Мафия 1 Definitive Edition. Я вот сейчас не знаю вообще тут, как работает автосохранение после каждой пройденной миссии. Сейчас мы с вами посмотрим, потому что интермедия спустя 8 лет. Что, блять? Внезапно. Так вот, значит, как обычный водила вмиг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Тогда ну, вообще, да. Я припарковался на той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили Полли с Сэмом. Так вообще бывает. А, это спустя 8 лет он рассказывает. Все, я понял. Интермедия, все. Не сообразил сразу. Если тебе от этого легче, приятель, все же тебе повезло. В смысле, еще вчера ты был честным работягой, пахал как вол, а все относились к тебе как к иммигранту, как куча дерьма. Ну да, и до сих пор, я думаю, так относятся ко мне все. И ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. Тогда Сальери еще не рулил городом. Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей. А кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешать. Я, кстати, вот слушаю русский дубляж, я пока ни один голос не узнал. Тут для меня какие-то ноунеймы, честно, работают. Его имя было в деле Морелло. Ну да похуй. Да? Да. Тот самый. Окей, это получается сейчас он рассказывает, и походу все вот этого, всех этих флешбеков нас будет обратно пихать в настоящее. Все, я понял. На тренировку. И может замечтался о чемпионском поясе. На нахуй, и въебалась. Да чтоб тебя! Урод! Спишь за рулем ты что ли? Ты смотри, а! Ебать, это рыцарь на белом коне. Дон Морелло. Я не знал, что это вы. Кто-то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке, Джоуи? Нет. Дон, простите меня. Я ехал... Но он же сам виноват. Морелло сам, он сам въебался же в него, не? Нет, нет, сэр, просто... Джоуи сухарь. Я ведь, просто это моя первая авария. А как Морелло вообще... Такой крутой мафиозник и один ездит. Без охраны, без... Сейчас он починит машину, ничего страшного. Он уже достал эту хуйню, сейчас он будет подкручивать. Да, подкрутил, блядь. Блядь, ну дружище, дай ему отпор, это же какой-то... Ну что, на боже, и этим насрать полицейским. Все, в другую сторону. Блядь, страшное время на самом деле. Просто людей это просто так убивают на улице, а полиция просто отворачивается. Это реально страшное время. Это, блядь, ненормальное время. Я, конечно, не знаю, насколько в реальной жизни все было. Но думаю, что, блядь, плюс-минус. Это все слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоу и Сухаря. Все так и есть. И все же Морелло разбил бедняге череп и бросил его труп посреди улицы. Что-то не сходится. Может, Дон считал, что карьере Джоу и конец... Или пугал других, чтобы платили вовремя. Дон Сальери считал, что Морелло теряет рассудок, когда взбешен. Сейчас мы разберемся со всем, дружище. Не переживайте. У тебя... Были другие проблемы с людьми Морелло? Бля, я думаю, что были. Нет. Когда меня приняли в семью, все было спокойно. Бывало, проучали парней, которые хотели отжать территорию, но в остальном все как обычно. Толкали бухло, давали защиту, частенько собирали дань, по мелочи. Но врать не буду. Иногда мы отрывались по полной. И что же вы делали? Ну, рассказывай, рассказывай. Давай, грабили, насиловали или ругались матом? Бля, прикиньте. У них же ругаться матом нельзя. Но у меня-то можно. Так, ладненько. И типа, загрузки долгие. Вот, честная игра, 1932 год, это 2 года спустя. Типа, во флэшбэках. Томми, спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Блять, да, гонки? Поли и Сэм поставили деньги на нашего. Майки Дана. Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби, я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Да ну. Потом он
занялся серьезным. Пахнет пиздежом, если честно. Я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник. Парень из Европы. И тачка у него пошустрее. Да и хуй с ней, чё, разберемся. Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращается ко мне за советом. Все они поставили на майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Получается, нужно гонку выигрывать. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. А почему? Все заводят, что гонки подставные. Не очень логично. Если участник не явился, то почему ставки-то сгораются? Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует. Блять, я просто помню это в оригинале. Я его маму ебал. В оригинале я помню, я это проходил. Это пиздец был. Так, поговорите с Ральфом. Тут какая-то газета еще одна лежит. Гонка все ближе, важнейший день спортивного календаря вот-вот наступит. В Lost Heaven стоит прекрасная погода, город залит солнечным светом, и на автодроме ожидается рекордное количество зрителей. Знаменитый немецкий гонщик Мартин Лихтенберг взял паузу в международных заездах, чтобы бросить вызов кумиру Lost Heaven Майку Дину. Майки. Дану. Нихуя я просто в имени и фамилии сделал ошибки. Поклонники гонок уже дрожат от нетерпения. Да мы его выбьем, бля, вообще на изи. Ты где был прошлой ночью? Я с тобой был. Дебил, а тут можно открыть 10 мты. А нахуя меч, да? А тут ничего нету, да? Здорово. Как его зовут, я не помню. Но не суть. Погнали к Ральфу, короче. Нет, я просто заглянул. Ладно, давайте, ребят, пока, удачи вам. Бля, почему нельзя, типа, послать других кентов? Почему именно меня, главного героя? Ну... Здорово, Ральфи. Как оно? Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонку? Не, мне похуй, честно, в той гонке. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр, это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Да как-то очень... Ну, не очень звучит, если честно, эта схема. Есть один парень, Лука Бертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он... Блядь, еще это ехать, наверное, до пизды. И завтра гонка станет интереснее. Интереснее, блядь. Потом перегони тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись, Бобби заканчивает в 1:30, а его с меньшей... Это еще и на время. Мудак. Мудак. Это еще и на время задания, но это пиздец. А на чем мне ехать? Тебе нужно оставить тачку там, где ее никто не найдет. Я могу на это сесть, не, корыто? Подожди секундочку. А вот гараж отображается. Возьмите машину в гараже. Найдите охранника гоночной трассы. Чего надо нажать? А, понял. И типа тут выбор... О! Что-нибудь есть побыстрее? Разгон... Мне побыстрее бы доехать просто, и все. Разгон, торможение, манов... Ну это вообще... О, может быть на мотоцикле? Похо, погнали на мотоцикле. Так, может побыстрее доедем? Хотя я не знаю, честно, тут механику... Блять, ну... Можно пропустить поездку, кстати. Сука, ну что, воспользуемся? Ну просто ехать, конечно, далековато будет, подожди. Ну хотя... Да не, не так уж и далеко, поэтому давайте посмотрим город. Ночной, красивый. Не, мотоцикл нормально, только вот, конечно, на поворотах такое себе. То есть сейчас я должен буду забрать машину другого типа. Бля, штраф хотят выписать. Ладно, я думаю, что мы сейчас оторвемся. На мотоцикле? Все-таки мы побыстрее будем. Все нормально. Вот, а... Блять... А неужели никто, типа, не спалит то, что чел на какой-то сейчас машине будет по городу рассекать? Я вот этого сейчас не могу понять. Ну, посмотрим, посмотрим. Подъезжаем мы к месту.
Кстати, мотоцикл прикольный, но, опять же, на скорости очень сложно управлять. Поворачивать и так далее. Ты Бобби? Ага. Надо перегнать мою тачку в гараж. Это не близко. Да ты что? Ральф и мои друзья. Ничего себе. Вот это нормальные связи, конечно, да? Охранник, который охраняет тачки, грубо говоря. Ну, поехали. Завтра все припрутся сюда. Поезжайте на стоянку гоночных машин вместе с охранником. Начнутся драки. Ага. Эти дни. Да ладно, зато выходные здесь лучшее место в городе, чтобы деваху подцепить. Даже не начинай. Бля, ну гонка это самое мерзкое, что вообще в игре есть, на самом деле. В оригинале уж точно. Тут ехать-то недалеко, кстати. Блять, да чё вообще за тема? Какие нахуй гонки, блять? Мы чё, в Need for Speed, что ли, играем? Либо что, я не понимаю. Где машина? Показывай. Следуйте за охранником. Этот гараж четвертый. Ну да, просвечивается, потому что. Да и мы тут идем к нему, ёпта, логично. Бля. Вот она. Корзелла серии С. Ну тогда я поехал, чё. Лучшая в классе. Жаль её раскручивать. Нормально. Если копы увидят такую на улице, то... Вот я о том же. Если догонят её. А-а. Постарайся не разбить её, ладно? Конечно. Значит, от Бертона... Я самоаккуратность. К полвторого. Ой, блядь. Да. Он мудак. Я понял. Сказал. Не ругайтесь матом, пожалуйста. 2,5 минуты? А куда... Ебать мой хуй. Ну, слушай, ну вот это уже, конечно, я не люблю, потому что на время, блядь, всегда. А машина еще... Машина еще не поворачивает. Вкусно. Очень вкусно. Сейчас пойду с ограничителем Пиздец, ребят, это вообще адекватная механика управления автомобилем? У меня тачка дымится уже. Да. Не, Ангар 13. Ангар 13 это самые лучшие разработчики. Я, блядь, не понаслышке знаю об этих ребятах. Ну, посмотри. Посмотри. Ну, это, блядь, вообще адекватная хуйня, либо нет. Типы совершенно не понимают, как работает механика машин. Потому что, ну, можно сравнивать с GTA, например, 5, 4 даже. Да с любой частью GTA можно сравнивать, потому что это открытый мир. Это управление транспортом, типа, это можно сравнивать. Плюс-минус даже жанр один и тот же, ну, плюс-минус, да. Так сделать по-уебански управление тачкой, бля, это пиздец. Ну ладно, если не торопиться вообще наоборот, если просто спокойно ехать, забить на время, я думаю, что так и работает эта система, когда вот что-то там на время тебе нужно сделать. Ты просто забей хуй на время и езжай. И так ты успеешь. Ну, по идее, так и работает. А можно скипнуть? Я был бы не против. Я главное на полицию не нарваться, потому что вот если будет полиция, будет погоня. Погоня. Я не справлюсь. То, что на скорости я еще... Ну это пиздец. Концентрация просто на пределе. 1,5 минуты у меня еще есть. Ага. Ладно, похуй, тут полицейский. Насрать. Да какой торопыга, машина ведь не останавливается нахуй. Нормально, сейчас мы уедем, уедем, уедем. Они хотят меня арестовать. У меня минута. Подожди, мне надо сейчас повернуть. Будет направо сейчас, да, на мост. Ну это по... Стой. Какой позор, блядь, это пиздец. А, типы меня... Меня типы потеряли. Бля, я не могу выехать из лужайки, ебаный, блядь. Какой-то позор, блядь, это пиздец, парни. И это я еще на геймпаде играю. Если там, блядь, еще на клавиатурах люди шпилят, это вообще пиздец соболезну этим людям. Так я не успею, у меня 40 секунд. Ну это ужас, блядь, это вообще, блядь. Мои соболезнования, блядь, Ангару 13-му. Деньги на игру никуда въебали. 25 секунд, кстати. Бля, меня палит, сука. Ну, блядь, ну... Я не знаю, блядь, я просто не знаю.
Машина, ну посмотри нахуй на эту ху... Пиздец. Просто пиздец. Ну я почти доехал, кстати. Мне не хватило, мне... Ну я доехал, блять. Ну это пиздец. Хорошо, что у меня ролик час идет. Мы можем спокойно сейчас поебаться с этой хуйней ебаной, но, блять. Как же я ненавижу эту хуйню в играх мерзкую, когда у тебя не получается. Не по твоей вине, блять. А по вине ебучей игры, которая просто не оптимизирована, а нормально, адекватно, блять. Все заново, нахуй. Все заново, блять. Поезжайте в мастерскую Лука Бертоне, блять. Я ебал в рот. Физика просто у ебанского машин. Просто мерзкая. Ну хорошо, не, я как бы, я спокоен. Пока что я спокоен, это возможно. То есть я очень много времени потерял там на лужайке, да въебался в дерево. То есть еще когда ты быстро еще останавливаешься резко, тоже теряется время. Поэтому тут даже можно, конечно, за минуту успеть. Блять. Нет, нахуй, это невозможно за минуту успеть. А потом еще обратно ехать, да? Хм, охуительно. Ага, охуенно я нажал сейчас. Блядь, там полицейский, ну сука, ну вот... Вот я не хочу сейчас с полицейским, блядь, но он меня увидел. Ага, вот тут мы время потеряли. Хорошо. Охуенно. Просто охуенно. Бля, мост. Остановиться нужно. Ага. Ну сейчас мы туда оторвемся по трамвайным путям. Я думаю, что товарищ там не конкурент в скорости. Поэтому давай, удачи, дружище. Его заметили в Нордпарке. Тут, правда, надо направо повернуть. Этот тип где-то в Нордпарке. Ага. 40 секунд остается. Бля, пиздец, я на концентрации сижу. Это просто ужас. Ну, 30 секунд, но я успел, хорошо. Самое сложное, хотя нет, это ведь не самое сложное, блядь. Самое сложное еще впереди у нас, бля, пиздец. Просто в рот хочу харкнуть всем разрабам этой хуйни. Ох, какая она красотка. Да, вообще, и быстро очень, кстати. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Давай динамитов ебем туда и все. Чтобы я по пути до... назад просто взорвался. Вообще будет охуенно, кстати. Все, готово. О, тема. И что ты сделал? Спасибо, Лук. Я-то сейчас типа не заглохну по пути до обратно-то, не? Это малышка. С Норовом. С кем? Эй, передай мистеру Салье, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенно... Ключи отдай, дружище. Мы все-таки торопимся. Есть для Бонта. О цене договоримся. Лишь бы паренек Сальери победил. Это главное. Победит. Да, победит, я в него верю. Веди осторожно. И типа сейчас, опять же, на время, да, все это будет дело? Двигатель теперь нагревается у нас, походу, да? Да, температура двигателя, мы можем заглохнуть за 2 минуты. Ну, бля, я не знаю, ну... Мне кажется, вот сейчас будет полегче. Путь обратно почему-то, я уже дорогу знаю. Плюс-минус, да? За 2 минуты можно легко успеть. Так, а если я двигатель доведу до кипения, то я пройду, либо же придется ждать, пока он остынет? Машину заносит, кстати, пиздец. Ее просто заносит теперь у меня, хорошо. Лука Бертоне хорошо поработал. Ага, сбавим скорость. Ну, тихо, блядь. Спокойно. Направо сейчас. Бля, еще в 30 FPS в это играть, это пиздец на самом деле. Да хотя я уже привык. Вот честно, я уже привык к 30 кадрам, поэтому для меня не проблема. Какой-то подводный туннель здесь.
Прикольный, кстати, такой. Да я въебу сейчас во что-нибудь, алло, ну вы что, издеваетесь? Или кого-нибудь собью, я не знаю. У меня минута, кстати. Бля, у меня минута, алло. Я, кажется, не успеваю. Полицейская тачка, охуенно. Полицейская машина, блядь, мне нужно вперед. Я не успею, алло, это невозможно. Но он... Хух. Хух. Главное спокойствие. 30 секунд. Главное сохранять концентрацию, спокойствие. Ничего плохого. У меня бесконечное количество попыток, да. У меня много времени. Я ни разу не ебал эту игру. Не, игра-то классная, но... Механики некоторые вызывают вопросы. Но у меня 9 секунд. Сука, ну это бред, бля, ебаный. Это ебаный бред, блять. Вау, я нихуя не успел. Или мне дадут время? А, мне дали время, смотри, походу, да? То есть, если я заехал уже на гоночную трассу, то мне дадут... Блять. Не сломай машину, главное, Томми. Пиздец, блять. А, дымится, ничего страшного, да? Надеюсь, что у нас все нормально, да? Вернулся, слава богу. Готово дело. Пиздец, блять, просто пиздец. Пошли отсюда. Сделать завтра снимок. Ладно. Какой нахуй снимок? Непонятно. Но мое нытье сейчас не прекращается, господа, потому что нас ожидает гоночка. Ой, блядь. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Два сраных шкафа по 2 метра ростом. Да ты чё? Охуеть. Что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Ну, мужской поступок, мафиозник. Иногда нужно просто показать, что ты пси. Настоящий мафиозник. Можно тебя? Конечно, можно. Да, Фрэнк. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все. Конечно, он умер. Майки Дан, наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. По идее, мы проиграли, все, можно не участвовать в гонке. В общем, ты займешь его место. Да, 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 блядь, я займу его место. Гонка начнется уже через полчаса, это не обсуждается. Дону важно победить, но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш лучший водитель, иначе... Да, я только что показал, насколько я круто вожу тачку, особенно скоростную, да, гоночную. Уже подготовил машину. Да, выезжает. Замечательно, замечательно. Пиздец, мы здесь надолго. Я честно не думал, что гонка начнется так быстро, уже во второй серии у нас. Я думал, что еще что-то будет. Наверное, самое сложное в игре это гонка, блять. Это... Я не знаю сейчас, сколько я буду мудохаться с этим, потому что, ну, блять, такая хуйня это все. Ну и тихо, нарь, въебить ему ТП и все. Ну, не, если он не участвует. Томми Анджело, у нас в красной тачке? Это мой, да? Да, мы в красной. Просто на лоу месте. Поехали, чё. Сделать снимок какой-то слева горит. Уже нету его. Ой, а что с машиной? Ой, а что с машиной? Бывает, дружище, согласен, она у тебя такая, хуевенькая. Бля, честно, ребята, я... Не могу понять, как не разъебать монитор с геймпадом. Играя вот в эту хуйню. Ну, посмотри. Ее просто заносит, просто так. Просто так ее занесло у меня сейчас. Не знаю, я смогу заново, если что, проехать? Хуй знает.
три круга я вижу, да, здесь? Ну, типа, на повороте надо отпускать газ, это 100%. Тормоз нажимать, я не знаю, стоит ли или не стоит. Но мы на 15 месте. На 16-м тот долбоёб из Германии. Ну, тут резкий поворот. Да потому что, ёпта, в самом хвосте. Сейчас, подожди, нагоним. Да, я могу так срезать? Как заново? Ну, типа, это уже это не серьезно, это, ну... Давайте будем честны, это уже даже можно не пытаться. Ой, блядь. Ненавижу эту хуйню, просто презираю, блядь, каждого, кто это придумал. Потому что система, опять же, повторюсь, она не такая, как должна быть. Еще долгие загрузки, блядь, меня все сведет с ума нахуй сегодня, я клянусь. И гонка... Можно это скипнуть, нахуй? Меня сведет с ума гонка, загрузки, блядь. Это вторая попытка. Будем сейчас попытки считать. Поехали. Может быть, сразу просто втопить нахуй и все. Всех нахуй обогнать. Как вам такая идея? Просто тут куча такая, а я, может быть... Вот так вот нахуй нормально. Будем держаться около этих кентов. Тут еще колеса цепляются об колеса, короче. Нормально, на восьмом. Я не знаю, можно ли вообще, но... На первом же круге, или кругу, как правильно, выйти на первое место. Ну, по идее, наверное. Там тип уебался, кстати. Как так-то? Как он уебался? Надо скорость сбавлять. Ну, объективно, ну, блять, да. На поворотах скорость просто сбавляем. И спокойно. Вот тут главное не срезать, потому что машина подскакивает. Ага. Я думаю, что сейчас нормально все будет. Попытка победная. Только трасса что-то, сука, большая такая, тварь, блять. Я помню, я в оригинале играл. Блять, ужас, просто ужас. Тут хотя бы все-таки, ну... Мне кажется, полегче все это дело выглядит. Меня типа... А, меня обогнал! Еще меня обогнал! А как? А как так? Бля, я на максимальной скорости. Вот сукин. Саново бич, да? Блять, я вообще не знаю, нахуй. Ну, там-то, типа, медленные все. Я только знаю, что иногда по скриптам первые три места ломаются. В оригинале у меня ломались типы на первом месте, на втором, и я просто их обгонял. Тут я вообще не помню, блять, тут типы могут заглохнуть просто так, либо нет. Только не все навъебаться. Нет, ну Томми, пожалуйста. Блядь, это пиздец. Как это больно, блядь. Я не знаю, гайз. Пиздец. Я даже не буду пытаться, я даже не буду пробовать. Ну, сегодня у нас, видимо, вся серия будет посвящена этой ссаной гонке, блядь. Гонке хуйни ебаной, блядь, не знаю. Сука, кто в такие игры вообще впиливает гонки? У того нахуй нет мозга, блядь. Она просто атрофирована в пизду у них. Я в ахуе просто, просто в ахуе. Я и вырезать ничего не хочу, типа, все попытки останутся, я думаю. Без монтажа будем проходить. Это хуйня полная, вырезать, там, блядь, попытки все свои неудачные. Поэтому весь выпуск будем играть в гонку. Ну, желательно уложиться в час, опять же. Желательно, да. Бля, если на первом повороте всех обогнать просто за раз. Такое возможно? Я помню, чел, гонщик, на руле проходил в оригинале эту гонку.
Он с первого раза первое место занял, блядь. На ютубе видос. Вообще охуеть. На руле в оригинале Тибонку-то прошел. С первого раза. С первого. Вы серьезно? А может пистолет достать по колесам, не? Он типа подорвался. Ну, это вот по скриптам он подорвался здесь, поэтому да. Восьмое место. Бля, может быть вот... Ну они вот тут поворачивают, они аккуратно сбавляют скорость и вот тут поворачивают. Вот тут они заезжают вот так вот поближе сюда, чтобы тут, тут не... Вот так вот, да, не подпрыгнуть. Ну бля, да хуй знает, я просто за ними повторяю. Уровень вождения просто феноменальный здесь. Ага. Вот тут они как вообще, они... Да хуй знает. По правой стороне тут едут, на этой широкой дороге. Восьмое место, блядь. В прошлый раз я был на третьем, ой, на четвертом, или на пятом. Ну тут скорость набирается, потом ее хуй сбавишь, блядь, вот на повороте вот в этом. Какой я отстал? Я на восьмом месте. Бля, я на восьмом месте. Мне надо обгонять желтый. Иди нахуй, слышишь? Я твое все ебал. Я надеюсь, что кто-то еще спереди, конечно, ну, типа, стопорнется по скриптам. Должны, должны. Сейчас мы зеленого обгоним. Да, я надеюсь. Но потом, бля, хотя он далеко относительно. Бррр, поворот этот резкий еще уебский, меня бесит. Бля, я не знаю, надо обгонять их, они далеко слишком. Ага, минус желтый. Желтый уебался. Я на седьмом. Ага, минус. Минус. Зеленый тоже, иди в пизду. Ага. Я уже 3 минуты, пиздец. Крайний круг, пацаны. А у меня 5-е место. И желтый меня обогнал. Он еще это, руками машет, видели? Гандон, блядь. Бля, кто-нибудь может въебаться во что-нибудь? Не, не желаете, парни? Или колеса не цепляются? Это в оригинале цепляются колеса, да? Так, ладно. Ну, бля, далековато, конечно, вот первая троица. Мне кажется, если я на второе место выйду, то по скриптам первое место сломается. Мне кажется. Ну, бля, вот тут я, конечно, теряю очень много. Блять. Вроде на радаре так близко, да, но, блять, одновременно так далеко. Как красиво, сука, сказано. Мне кажется, я уже... Ну, не далеко, я не пройду сейчас. Ага, мы вот так нажмем. Бьемся все, но потеряем скорость. Блять, ну пизда, парни. Я опять въебал. Да я не знаю, блядь, ну на каком моменте вообще нужно на первое место выходить? Я вот не понимаю. На каком месте тут надо, типа, выходить на первое место? На втором кругу? На третьем? Я не знаю, блядь, сука, уй... Блядь. У меня безысходность просто. Безысходность ебливая. Я не знаю. Я просто не знаю. На каком эпизоде тебе лучше выйти на... Вот когда тебе позволят это сделать? Я не знаю, блядь. Я просто не знаю. Меня заебали заставки, меня все уже заебало. На старт, внимание, иди нахуй, блядь. Ты уёбище ссаная. Карта в целом, я
понимаю карту, как куда ехать. Проблема вообще, как вот, обогнать первую тройку. Вообще, в целом, наверное, догнать. Ага, запрещенные приемы. Думаешь? Сука. Мне кажется, я уже вот тут должен быть на первом месте. Мне кажется. Вот тут уже я должен лидировать. Мне не дают. Не дает ебучее управление. Нет, это даже можно, блядь. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Блядь, чё-то въебу в монитор, нахуй. Сука, ну, блядь. Вот самое просто прикольное, что это... Единственное вот невероятно сложное говно в этой игре, блядь. Потом все как по маслу пойдет просто. Бам-бам-пам-пам. Это, блядь, я не знаю, кто это придумал, блядь, кто это. Гонка невероятно сложная для меня. Там были люди, которые говорили, да ну, хуйня, гонка самая легкая, что в Definitive Edition, ты что, вообще была все дохуя, они ее облегчили, идите нахуй, просто автоматом эти люди, блядь, вы долбоебы. Гонка это самое сложное, что есть в игре. А если на молчанке просто поиграть, я не знаю, сконцентрироваться? Блять, ну от меня агрессивные приемы, от меня? Тип, меня просто, сука, не, это невозможно. Блять, просто ебал я в рот уже нахуй, эту хуйню ебаную, блять. Сколько уже можно нервов ебаных тратить на эту хуесосную хуйню, блять. Пиздец. У меня вообще нахуй, ну... Нету ни малейшего предположения, как мне это проходить. На молчанке не получилось. Первый круг хорошо шли, потом я просто, типа, у меня въебался, и я застопился. Тип просто сам в меня въехал. Бля, ну похуй, чё, похуй, играем. У нас нету выбора, бля, это скипнуть нельзя просто. Ага, никто не готов уступать. Бля, можешь срезать. Да просто при срезке тачка хуёво себя чувствует. Вот тут хорошее место, чтобы вот так всех обогнать. По обочине. Вот тут въебаться не очень приятно, да? Ага, въебется в меня, блядь, конечно. Я даже ни разу не выехал на первое место, блядь. Да на третье даже. Не, на второе, блядь. На первое мне вообще рано об этом говорить. Я просто не знаю, как. Я даже догнать их не могу.
То, что гонки для пидорасов, блять, вот что я скажу. Если вам нравятся гонки, блять, вы нахуй странный человек. Не, я понимаю Need for Speed. Я понимаю всякие, мол, эти вот, как... всякие гоночки, да? Вопросов ноль, но... если разрабы специализируются на определенном жанре гонки, хорошо, у них охуенно получается, у них охуенно и выходят игры. Когда за гонки садятся люди, которые вообще нахуй... блядь, они игры делают в другом жанре, блядь. Какие, блядь, гонки? Вы чё, укуренные, блядь? Балбесы ёбаные, блядь. Какие вам гонки? У вас машины, блядь, не двигаются. Пошёл нахуй. Как мне выйти-то, блядь, на первое место? Я даже желтого этого не могу обогнать, нахуй, ёбка. И черного вон там вот. Ладно. Да идите нахуй, да там слишком далеко тип. Один вылетел. Я теперь на пятом, да? А, бам, блядь. Хаешка залетела в типа. Да и хуй с ней. Бля, мне кажется, вот перед этим кругом мне нужно быть, ну, в топе. Топ-3, мне кажется, мне нужно занимать. Топ-3, и тогда вообще, мне кажется, будет все отлично. Но я же слышу, как справа от меня, да, тип. Еще вот это место, где я разгоняюсь, потом мне надо... я буду вынужден сейчас... сбавлять скорость вот здесь вот. Тут меня типа гонит. Да какой дилетант, я не понимаю, о чем ты, Вась. Блять! Да там все, блядь. Или надо надеяться, что кто-то забагуется из них, я не знаю, блядь. Сломается. Да там уже без шансов. Там на радаре желтый уехал уже нахуй далеко. Нет шансов, блядь. Нету даже смысла стараться. Сука, больно мне, блядь. Мне очень больно. Душа болит у меня, понимаете? Болит душа. Я не думал, что гонка будет так скоро, на самом деле. Я думал, она чуть-чуть, хотя бы, ну, в третьей серии, по нашим меркам, будет. Но явно не во второй. А я просто, ну... я не знаю, блядь, что говорить. Я просто не знаю. Чё вот эта кнопка делает? Хуй знает. Крестик. Как будто на таран идем, блядь. А, охуять. Тут, блядь, вот эта куча всех бы обогнать сразу нахуй, но там типы по скриптам выходят вот на первые места. Да, короче, пошли бы нахуй все. Я сейчас на первое место выйду, мне похуй. Мне похуй. Я четвертый. А, не, я пятый, да. Ну нет же, ну почему меня-то за... блять, ну почему заносят меня, сука, а не их? Сука, что сломается быстрее, блять, моя нервная система или монитор, блять? Вот, сука, сделайте ставки, блять. Я хочу зубочистку воткнуть просто, блять, в монитор ебаный. Почему заносят меня, а не других типов, блять? Объясните мне, нахуй. Просто уёбки, блядь, я не понимаю. 2К, идите нахуй. У вас игра говно, блядь. Я продаю игру и единицу въебу нахуй на метакритике. Просто единицу игра заслуживает нахуй. Одним заданием. Проблемы, что-то случилось с машиной. Виктенберг выбывает,
Да и пошло нахуй, Лихтенберг, блять. Да, вообще похоже, если честно, блядь. Типа, я просто не знаю, что мне делать. Даже никакой, типа, хуйни, типа, скипнуть нахуй, я не знаю, нету. И все. Никакой помощи нету от игры самой. Знаете, пихает тебя вот в гущу событий и говорит, на, ебись с этим, как хочешь, нам похуй на тебя. Вот и все. Загрузки долгие, игра говно, блядь. Не, игра, ну я имею в виду, игра именно делаю акцент на самой миссии, заданий, на главе. Игра-то нормальная, но впечатление просто портится после, ну, вот этого. Вы сами должны понимать. Почему сейчас они все здесь в одной куче, а не там? Пиздец. Просто пиздец, блядь. Кстати, я не помню, я проходил гонку в оригинале, когда снимал, и я там вырезал, конечно. Там тоже, у меня, естественно, с первого раза не получилось. Ну, потому что это, блядь, невозможно с первого раза эту хуйню пройти адекватному человеку. Но в оригинале, да, я тоже трахался долго очень. Почему я на последнем месте вообще здесь, блядь? Блин, как вот... Бля, я просто не знаю, где ехать. Сейчас они здесь все в одной куче. Бля, и типа врезаюсь только я, да? Бля, просто посмотрите, вы просто, блядь, посмотрите, блядь. Нет, нахуй, я сейчас дойду до часа. И если мы сейчас до... Вот за 13 минут не управимся, я просто обрежу, как я пройду, если я пройду ее. Потому что, ну... Ну, я не хочу больше часа именно на гонке относить в видосе. Я даю этой хуйне еще 13 минут. 13 минут, и я вырезаю. И, может быть, если я сейчас пройду, вы это увидите в этой серии. Я не знаю просто, блядь. Бум-бум-бум-бум. Need for Speed, нахуй, Most Wanted 3, блять. Карбон 8, нахуй. Форсаж 12, блять. Все это сосет. По сравнению с Мафией 1 Definitive Edition. Короче, я по травушке зеленой поеду, ага. Уебался, похуй. Похуй плюс похуй. На первом месте красный. Красный, желтый. Вот они друг друга меняют там. На первом месте. Но в основном это красный. В основном, да. Я до сих пор ни разу на первое место даже не вышел. Маккеллен какой-то. Какой-то гонщик, блядь. Да потому что, блядь. Может за... Хотя что я загуглю, блядь? Как я... Тут все зависит от моих рук. Но мои руки просто не могут приспособиться к этой хуйне. Я не знаю просто, как проходить. Слишком чувствительная машина, слишком чувствительная. Я уже все, я в пизде. Я на 8 месте, я уже в пизде. Я тут должен быть уже на 3-м, бля, я считаю. Может въебаться просто в стену уже и все, нахуй. А если я сделаю вот так вот? Ну, попытка была хорошая, я считаю. Взять на ручнике, просто подрифтить. Вот, такие вот дела у меня, ребяточки. А у вас как настроение? У меня просто восхитительно. Я вынужден в эту хуйню играть, блядскую. Просто в эту блядскую хуйню я вынужден играть, и у меня нет выбора. Я все это хаваю, блядь, да. Я все это хаваю, у меня нет выбора. Машина на позиции, на старт,
Бля, ну почему я на последнем здесь месте? Вигните меня хотя бы в центр, я не знаю. Я буду очень благодарен быть вам. Зато вот я ночью-то на этой тачке разъезжал охуенно. Зачем оно это надо было мне? Я пострадаю, блядь. От этой ебучей хуйни. Да отъебись ты нахуй от меня. Я на 14-м нахуй. Хуяк, я на 9-м. Хуяк, я на 8-м. Подожди. Все, игра поддается мне. Видимо, после 15 сливных попыток игра мне позволит пройти. Ой, они так далеко все? Но меня догонят рано или поздно. Ага, вот так аккуратненько. Не такой очень острый поворот здесь, но в целом он не страшный. Вот это неприятное место. Но тут тоже, в принципе, не сложно. Ну ты желтый пидорас, блядь. Твою маму ебал, нахуй. Вот тут я не знаю, где лучше ехать. По идее, снизу, блядь. Ну, тут хуй пойдешь снизу, тут... и так тебя вверх всегда затянет. Ну, тут они тоже, да, стопорнуться нужно. И вот пока тут все мы стоим, пока что вот такой поворот. Вот тут и нужно разгоняться, но у меня машина просто, блядь. И меня эти уже догнали, блядь. Как? Как они меня догнали, блядь? Там уже типа вообще уехал далеко нахуй. В Африке уже, блядь, чел тусит. В Тунисе, блядь. Какой Гарсия, блядь? Мексикашка, что ли, какая-то, да? Гарсия. Или испанец. Сука, что я несу, блядь? Ну, потому что, пацаны, блядь. Минус еще один. Ага, ага. Тихо, блядь. Шансы имеются. Но меня сзади догоняют. Вот как он поедет, интересно? Да мне похуй как. Такс. Зелененький, зелененький. Иди-ка ты нахуй, зелененький. Я на третьем месте. Блять, он меня догоняет, он быстрее меня, он догоняет меня. Он быстрее меня. Но далековато все равно, первое место, далековато оно. Я въебался всем, блядь. Блядь, сука, просто пизда, я не понимаю, блядь, я просто не понимаю, сено не ломается. Сено просто не ломается, блядь. Сено не ломается. Для кого она нахуй стоит, это сено, блядь, оно не ломается. Оно просто как кирпич, нахуй. Блядь, ну еще на экране попытка, я стопаю, блядь, запись, я не знаю. У меня нету выбора. Я просто стопну запись. И все. Сено, блядь, кирпичное, нахуй. Сено кирпичное. Мне нечего сказать, нахуй. Грант Imperial Bank. Lost Haven, автодром. Что мне еще сказать, нахуй? У меня нет настроения уже, нахуй. Бля, может тут вообще сено поломать, нахуй, и по одной дороге ехать, я не знаю.
На первом... Хотя, блядь, а как? Нам похуй. Подожди, я смогу, блядь, вообще, ну вот, если я буду ехать? Если я буду ехать, смотри. Вот если я на первом повороте вот тут вот просто возьму нахуй, стопорнусь. Смотрите. Боже мой, блядь. Типа мы такие тут едем, едем. И я такой, типа... Хуяк, мне похуй на вас всех. Меня будет заносить, но можно пробовать один раз. Но меня занесет, я, естественно, сейчас потеряю много времени. Ну это, бля, хуёвая идея на самом деле. Очень хуёвая. Потому что мне нужно будет разогнаться после того, как я сломаю вторую сток сена. И там типы все будут в перемешке. Перемешку. Поэтому не вариант вообще, блядь. Вообще не вариант. Ну а ради попытки можно, почему бы и нет. Все равно... А, у меня 13 номер, я проклятый. 13 номер, блядь. Ой, упаси меня, блядь. Нет, хуёвая идея. Очень хуёвая. Ну да, её заносят. Её заносят. Нет, это не вариант. Вообще не вариант. Слезать тут не вариант. Ладно, еще одна попытка, я стопаю, наверное, потому что уже 56 минут у меня на записи, 57 уже даже почти. Нет идей, нет идей. Не понимаю. Я много чего в этой жизни проходил, но вот это я не понимаю просто. Тут реально, если тебе повезет просто. Если повезет, ты пройдешь. Сифт кола, блядь, это нахуй есть. Типа карта вообще не влияет. Ну, типа, карта нормальная. Тут решает то, что происходит нахуй на этой карте. На трассе. Какие ублюдки тут нахуй со мной едят. Это просто пиздец. Девятое место. Вот тут надо всех... Вот тут надо вот так вот всех нахуй просто обогнать уже. Но пизду. Опять это сено. Оно не ломается. Да в пизду все. Идите нахуй, я стопаю запись. Давай, 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 блядь, давай, сука. Последний поворот, блядь, просто последний нахуй. Но он не должен меня догнать. Я не позволю. Я, сука, не позволю меня догнать. Пошел нахуй. Просто пошел нахуй. Спустя 39 минут, парни. Спустя 39 минут. Мы это делаем. Я ебал. Я честно, я ебал в рот. Единица. Единица из 10. Ставлю игре. Моментально, все. Эй, Томми! Вот наш чемпион! Эй, Том! Хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Не за что. Только ты ее 25 раз въебал уже, кстати. Ну, я все равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Просто катастрофа, парни. Просто катастрофа. Около 20 попыток, я думаю. Ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. Да, круто, парни, молодцы. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Вот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Но у меня нет подружки. А, нет, видимо, есть. Вот это была гонка. Вот она, видимо, подружка. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Выпей чего-нибудь. Парни, это просто пиздец. Поздравляю тебя, герой. Просто, реально, мне одно слово, повезло. Пиздец. Ну, все, больше нет других эмоций. Так что, выпивку с тебя. Вот,
теперь хоть на обложку. Ну, только ёпта, конечно. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. А когда он успел? Гонка всего шла 5 минут, кстати. 5 минут. Когда он успел напиться, я, кстати, не знаю. Так, разрешите Полли. Разрешите Полли. Ну, давай поищем Полли. Сара. Полли и другие твои дружки уже выпили половину моих запасов. Ты его нашел? Нет еще. Не нашел. Так. Ну ладно, поскольку уже самое сложное пройдено, сейчас можно просто немножко походить. Здорово, друг. Ты водила от Бога, Том. Спасибо. Ты Полли не видел? Он говорил, что хочет пожрать, типа бухло заесть. Но, боюсь, здесь нет столько каноли. Ебать. А куда он делся-то? Так, на радаре каждый зеленый, видимо, да, это... С кем я могу поговорить? Друг, здорово. Так легко это вышло. Да, очень легко. Ни разу, блядь, руку не объебал сейчас об стену, блядь. Один раз пизданул от злости. Хотел монитор, честно. Эй, ты видел Полли? Нет. Он вроде говорил, что хочет есть. Угу. Хорошего отдыха. Хорошо. Давай разберемся. Слышь, старый, Полли видел? Том, твоя победа оплатила год школы для моей дочки. О. Рад помочь семье Калетти. Что ж, празднуй победу. Мне кажется, у Фрэнка другой голос был. У Фрэнка был другой голос, алло, разработчики. Не беспокойся, Фрэнк, я его найду. Алло, ребята, у Фрэнка был другой голос, озвучки. Где старый актер? Такс. А, ну, мне кажется, всем насрать на эти правила, если честно. Сэм, молодец. Есть инфа, а где Полли? В прошлый раз ты так гнал, когда я тебе пушку в башке приставил. Будто сегодня было иначе. Наш квартал купается в деньги. Фух. Ты Полли не видел? Он нажрался в хвост. А, я его? Я его не видел. Я его ищу наоборот. Первый раз у нас на гонках. Давай с этим пообщаемся. Хотя на радаре показано, типа, в другую сторону. Ладно, не суть. Как она себя вела на обратном пути? Отвратительно, блядь. Боком уйти в стену, но обошлось. Ты нигде не видел Полли? Он был здесь минут 5 назад. Ага. Выглядел так, будто смерть свою увидал. Понял. Похоже на него. Спасибо, Лука. Спасибо, Лука. До сих пор не могу отойти, если честно. Просто пиздец. 40 минут, и я пытался это пройти. 40 минут после остановки записи. Где шло 59 минут. Просто... Парни, блять. О, единица. Единица из 10. А где реально поле-то, блять? Вот тут хавка, но я его тут не вижу. А вон у нас лежит, кстати. Слава богу, ты здесь. Если твой друг не придет в себя, кто-нибудь. Ага, вон он. Да, похоже, Полли уже пора на финиш. Да, он уже финишировал. Еще типа, нужно сейчас будет его отвезти куда-то, либо что с ним сделать? Корова сказала му, а утка сказала кря, птичка сказала что? Не знаю, но вот тот охранник сказал, что тебе пора уже домой. Да он козел. Проявил бы уважение! Согласен, но я тоже считаю, что тебе пора закругляться, пока ты все тут не заблевал. Конечно. Поехали домой. Ты прав. На нахуй. Бля, чеш, кстати... Стыка. Идем, чемпион. Нет, это я чемпион, кстати, не он. Он нажрался, а чемпион я, кстати. Типа, реально его надо домой отвезти сейчас? Сядьте в машину. Да без проблем. Или в бар его отвезти надо. Где еще он живет? У него еще есть дом? Отвезите Полли домой. Ага. Будешь. Я был прав. Не ошибся в тебе. Вожу реально хорошо. Ну, короче, пока мы едем, мы не будем этих дебилов слушать. А, была попытка, где я на первом повороте был третьим. На первом... Нет, не на первом повороте. На первом кругу я был третьим. Там ближе к концу. И, короче, на вот этом вот широком повороте
Я нажал на крестик, на ручной тормоз. Думал, ну, сейчас охуенно заверну. Я перевернулся, взлетел. Ну, короче, пиздец. А так, в основном, я скипал попытку прям на первом повороте, когда понимал, что вообще не судьба. Вот, но... мне просто повезло. Там, короче, второй круг. Я выхожу вперед. Я иду за красным типом. За красным. Он по скриптам подлетает наверх. Вон там, где такой поворотик, мини-поворот такой резкий налево. Вот, он по скриптам. И я все, я один. Совершенно все впереди. Но там был зеленый, который сзади меня ехал. Он меня один раз обогнал, он даже на финальном кругу. Но в итоге-то я его разъебал. И все. А потом уже я включился, да. Короче, жестко, ну, я не знаю, это... если кто-то это с первого раза пройдет, я респектану, конечно, без проблем. Отвези меня к девкам! Давай в голубые тропики! Да какие тропики, блять? Давай-ка лучше домой поедем. Домой, домой, жена ждет. Езжай через мост на остров. Отвези меня к девкам! Нет. Отвези к сладким красотам. Никаким девкам, все, нет. Лучше сейчас отвезти тебя. Все, вот, домой. Дом. Все, выходи. Дома? Конечно. Ты меня домой привез? Может, может, ты... типа мафия живет в таком доме, да? Мафиозник. Это хорошо придумал. Ладно, я тогда... пиздец. Снова здоровяк. Тогда я... зато я знаю, как будет ролик называться. Самая худшая гонка в моей жизни. Все, чуваки, всем спасибо за просмотр. На этом я заканчиваю. Нервов много ушло у меня. Чуть геймпад не разъебал, но в порядке, не царапинки. Всем спасибо. Всем до свидания.